Итак, друзья, мы переходим к второй части нашего мастер-класса, но прежде чем мы к ней перейдем, я бы хотела показать вам, как правильно закончить вот этот вот край, чтобы он у нас красиво смотрелся. Тут мы завязывали узелковую бисеринку. Значит, сейчас нам нужно ее развязать. Я уже развязала. Развязывается она элементарно, просто вы поддеваете эту ниточку иголочкой и тянете, и она элементарно развязывается. Дальше мы вытягиваем вот эту ниточку. Это немножко сложновато, но все же это нужно сделать. Вот так вот. И вот эти бисеринки. У нас должна остаться вот такая вот штучка интересная. Дальше мы одеваем на эту ниточку иголочку и сделаем следующее. Смотрите, у нас выходит ниточка с вот этой черной бисеринки. Нам нужно вернуться через черную и зеленую. Вот так вот. После чего набираем 3 зеленых бисеринки и проходим иголочкой через вот эти вот все бисеринки. Вот так вот. Подтягиваем. Видите, у нас получается вот такой вот красивый, правильно завершенный край. А вот эту ниточку мы с вами заделаем. Абсолютно так же заделаем, как мы будем заделывать нитки, когда у нас закончится эта ниточка. Проходим иголочкой вот так вот, только по ходу натяжения нити. Нам нужно хорошенечко запутать ниточку между бисеринками, так, чтобы мы с вами могли быть уверены на все 100%, что у нас наша ниточка не выскользнет, так как это очень ответственно. На вот этой части нашего вот этого поясочка будет держаться цветок, поэтому с этим не нужно халтурить, тут нужна такая деликатная работа. Проходим иголочкой вот так вот через бисеринки, вот так. Дальше возвращаюсь вниз. Вы заметили, мы идем только по ходу натяжения нити. Мы не вяжем узелки на нитках между бисеринками. Знаю, как-то там разными способами это показывают делать. Мы этими всеми способами этого делать точно не будем. Проходим вот так вот еще раз иголочкой. Все. Теперь мы можем быть уверены, что наша ниточка крепко-крепко закреплена. И теперь можно спокойно обрезать эту ниточку. И быть уверенными в том, что наше украшение будет надежно закреплено и оно никуда не выскользнет, ниточка. Дальше, друзья, мы продолжаем делать нашу бабочку, наш цветок, наш поясочек, вот этот элемент. Так что берем сейчас оранжевый бисер, желтый и вот этот, у меня их 3 оттенка. Даже сейчас покажу вам по номерам, какие использую я. Возможно, это вам поможет, вы захотите сделать такой же. Вот эти 3 номера бисера, которые есть. Так что можете себе переписать эти номера. И давайте будем приступать к второй части. Итак, друзья, у нас ниточка выходит с черной бисеринки. А это значит, что мы сейчас должны набрать 2 бисеринки темно-зеленого цвета, пододвинуть их к работе, первую бисеринку пропустить через вторую бисеринку зеленую и первую бисеринку, которая сразу около черной, пройти иголочкой. Вот так вот. После чего мы набираем 3 бисеринки болотного цвета и проходим иголочкой через вот эту вот темно-зеленую бисеринку. После чего мы с вами набираем 2 бисеринки темно-зеленого цвета, точнее не 2, а 4 бисеринки темно-зеленого цвета. Вот они. Набрали и подтягиваем их к работе. Пропускаем первую, через 2 следующих проходим иголочкой. Вот так вот. Далее набираем 3 бисеринки болотных. Проходим иголочкой через среднюю болотную бисеринку. После этого мы с вами снова набираем 3 болотных бисеринки и проходим иголочкой через вот эту темно-зеленую бисеринку. После чего мы с вами набираем
три бисеринки темно-зеленых и одну бисеринку самого темного оранжевого оттенка. Вот она у меня вот такая. Подтягиваем к работе. Темную оранжевую пропускаем, через две следующих зеленых проходим иголочкой. Далее набираем 3 бисеринки и проходим иголочкой, набрали 3 болотных, проходим иголочкой через среднюю болотную бисеринку. После чего набираем 3 бисеринки салатовых, 1, 2, 3. Проходим иголочкой через среднюю болотную бисеринку. Дальше, друзья, набираем 3 болотных бисеринки. 1, 2, 3. Проходим иголочкой через уголковую вот эту бисеринку. После чего набираем 1 бисеринку темно-зеленую и 3 бисеринки самого темного оранжевого оттенка. Вот. Первую оранжевую пропускаем, через 2 следующих проходим иголочкой. Ой. Вот так вот. Надо крепко-крепко затягивать. Вот. Дальше мы с вами набираем 2 бисеринки оранжевых и 1 бисеринку болотную. И проходим иголочкой через вот эту болотную бисеринку среднюю. Вот так подтянули. Далее набираем 3 бисеринки салатовых. Проходим иголочкой через среднюю салатовую. Опять набираем 3 бисеринки салатовых. Проходим иголочкой через вот эту вот среднюю болотную бисеринку. Подтягиваем. Дальше набираем 1 бисеринку болотную и 2 бисеринки темно-оранжевых. Проходим иголочкой через оранжевую бисеринку уголковую. Прошли. Подтянули. Дальше, друзья, мы с вами набираем 4 темно-оранжевых бисеринки. Давайте мы назовем первый оттенок вот этот оранжевый. Давайте вот так вот покажу. Это у нас будет оранжевый, это у нас будет песочный, а это у нас будет желтый. Мы так просто будем проще понимать друг друга, и я не буду постоянно путаться темно-светло-оранжевый. Набрали 4 оранжевые бисеринки. Подтягиваем. Первую пропускаем. Через 2 следующих проходим иголочкой. Набираем 3 оранжевых бисеринки. Проходим иголочкой через оранжевую вот эту. Подтягиваем. Далее набираем 2 оранжевых и 1 салатовую. Проходим иголочкой вот в эту салатовую бисеринку. Подтягиваем. Дальше, друзья, набираем 3 песочных бисеринки. Проходим иголочкой через вот эту салатовую бисеринку. После этого мы с вами набираем 1 бисеринку салатовую и 2 бисеринки оранжевых. Проходим иголочкой через вот эту первую оранжевую бисеринку. Вот так. Дальше мы с вами набираем 3 бисеринки оранжевого цвета. Проходим иголочкой через уголковую вот эту оранжевую бисеринку. После чего набираем 2 бисеринки оранжевых и 2 бисеринки песочных. Набрали 2 оранжевых, 2 песочных. Подтягиваем их к работе. Первую пропускаем через песочную и оранжевую, следующую проходим иголочкой, вот так. После чего набираем 3 оранжевых бисеринки и проходим иголочкой через среднюю оранжевую с набора по 3, которая у нас ниже. Дальше мы снова набираем 3 оранжевых бисеринки, проходим иголочкой через вот эту вот оранжевую бисеринку. Дальше, друзья, мы набираем 1 оранжевую и 2 песочных. Проходим иголочкой через среднюю песочную. Далее набираем 2 песочных и 1 оранжевую. Проходим иголочкой через первую оранжевую. Вот эту. Подтягиваем. Далее набираем
три оранжевых бисеринки. Проходим иголочкой через вот эту оранжевую среднюю. Дальше, друзья, мы с вами набираем снова-таки три оранжевых бисеринки. Проходим иголочкой через вот эту уголковую бисеринку. Вот так. Дальше набираем две бисеринки песочных и две бисеринки желтых. Вот они. Подтягиваем. Проходим иголочкой, пропуская первую через две следующих бисеринки. Вот так. Далее набираем одну бисеринку, точнее две бисеринки песочных и одну оранжевую. Вот, две песочных, одна оранжевая. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую бисеринку. Вот так. Далее набираем три оранжевые бисеринки. Проходим иголочкой через вот эту среднюю оранжевую. С предыдущего набора по 3. Подтягиваем. Далее набираем снова 3 бисеринки оранжевого цвета. 1, 2, 3. Проходим иголочкой через вот эту песочную бисеринку. Первую. После чего набираем одну бисеринку песочную, одну бисеринку желтую и одну песочную. Проходим иголочкой через последнюю песочную. Вот так. Далее набираем 3 бисеринки оранжевых. 1, 2, 3. Проходим иголочкой через оранжевую среднюю с набора по 3 следующего. Дальше мы снова набираем 3 бисеринки оранжевых. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую. Так, подтягиваем хорошенько. Дальше набираем одну бисеринку оранжевую и 2 бисеринки песочных. И проходим иголочкой через вот эту песочную бисеринку, уголковую. После чего набираем 3 бисеринки желтого цвета и 2 бисеринки песочных. Проходим иголочкой через последнюю песочную бисеринку. Вот она. Подтягиваем. Ой, у меня ниточка выскальзывает, к сожалению, вот так вот. Дальше, друзья, набираем 3 бисеринки оранжевого цвета. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую с набора по 3. Вот так. Дальше набираем с вами снова 3 бисеринки оранжевых. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую. Дальше, друзья, мы набираем одну бисеринку песочную и 2 бисеринки желтого цвета. Проходим иголочкой вот в эту вот желтую бисеринку. Подтягиваем. Далее набираем 2 бисеринки желтых и 1 песочную. Проходим иголочкой в среднюю вот эту оранжевую. Подтягиваем. Вот что у нас должно получаться. Дальше набираем 3 бисеринки оранжевого цвета. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую. Далее набираем 3 оранжевых бисеринки. Проходим иголочкой через песочную. После чего набираем 2 бисеринки песочных и 1 бисеринку желтую. Проходим иголочкой в уголковую желтую бисеринку. После чего возвращаемся вниз через 1 вот эту только желтую бисеринку. И набираем 2 желтых. Подтягиваем их к работе. Первую пропускаем через вторую желтую и первую песочную. Проходим иголочкой. Вот так. Дальше мы набираем 2 бисеринки песочных и 1 бисеринку оранжевую. 2 песочных, 1 оранжевая. Вот. И проходим иголочкой через вот эту среднюю оранжевую бисеринку. Дальше мы набираем 3 оранжевых. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую. После чего набираем 1 бисеринку песочную и 2 бисеринки желтого цвета.
и проходим иголочкой через вот эту желтую первую бисеринку. Далее, друзья, набираем одну бисеринку желтую, одну бисеринку оранжевую и одну желтую. Вот они. И проходим иголочкой через вот эту желтую бисеринку. Подтягиваем. Далее набираем 2 бисеринки желтых и одну бисеринку песочную. Смотрите, друзья, у меня заканчивается ниточка. Мне крайне неудобно плести такими короткими нитями. Поэтому я вам сейчас покажу, как правильно ее закончить. Вот, мы набрали 2 бисеринки желтых и одну бисеринку песочную. Проходим иголочкой через вторую бисеринку. Вот так вот. И опускаемся вниз. Видите? Вот так вот. Через бисеринки. Имейте в виду, мы идем только по ходу натяжения нити. Мы нигде не перескакиваем через бисеринку. Если вы это сделаете, это будет заметно. Соответственно, это испортит всю работу. Поэтому тут нужно быть очень внимательными и очень аккуратно проходить только через бисеринки, нигде не перепрыгивая, и идти только по ходу натяжения нити. Вот так вот нам нужно запутать. Ай. Иногда не хочет иголочка проходить несколько раз в бисеринку, но это нужно сделать. Кстати, есть еще один очень хороший совет. Если у вас ниточка не проходит в иголочку, возьмите тоньше иголку. Есть сейчас иголочки специально для монастырского бисера, для таху 15 размера. Они намного тоньше, чем вот эти вот, которыми мы пользуемся обычно. И они проходят по несколько раз в любые бисеринки. И стоят совершенно недорого. Я покупала в Украине, они стоят порядка 2-3 гривен. Вот. В России сколько стоит, я не знаю, не в курсе, давно там не было. Вот. Но, думаю, тоже совершенно недорого. Потому что вот эти иголочки, они есть везде, неважно, Россия, Украина. Я уверена, что в других странах они тоже есть. Мы, рукодельницы, есть везде, поэтому и иголочки тоже есть везде. Вот с этими нашими с вами беседами я уже почти закончила запутывание нашей вот этой вот ниточки. Сейчас еще несколько раз пройдусь, так чтобы уже наверняка знать, что ничего у нас не распустится и можно будет обрезать. На самом деле я очень скрупулезно отношусь к тому, что там запутывание ниточки и т.д., поэтому, наверное, моя работа хорошо и выглядит. Вот. Вот так вот. Думаю, уже будет достаточно. После чего обрезаем и добавляем следующую ниточку. Я одела новую ниточку, завязываю на ней узелочек двойной, вот так вот раз. И так, еще раз покажу, вот так вот. Раз. И этим кончиком еще раз в эту же петельку. Так вот, два. После этого затягиваем. У нас образуется вот этот вот, как оно, узелочек. И проходим иголочкой, смотрите, мы смотрим, где у нас закончилась ниточка. Она у нас закончилась вот тут, на этой бисеринке. Значит, опускаемся вот в этот изначальный ряд и проходим через весь ряд до нашей нужной нам бисеринки. Вот так. Вот. Так. И выходим с той бисеринки, на которой мы с вами закончили. Подтягиваем. Эту ниточку, она у нас коротенькая. Я не рекомендую ее сразу обрезать. Обрежете ее, когда сделаете 2-3 ряда. Она, ну, не длинная, она мешать вам не будет, поэтому оставляйте ее. Я не говорю, что это критично. Нет, не критично. Но, как бы, если вы сильно дернете, да, и она чуть-чуть потянется, то, ну, она не выскользнет совсем. Ну, хотя, смотрите, вот я ее сильно дернула, и она выскальзывает, да. Если у вас будет этот хвостик, вы сможете ее подтянуть обратно. Вот, поэтому продолжаем плетение, набираем 3 бисеринки оранжевого цвета, проходим иголочкой в среднюю оранжевую бисеринку. Вот так вот, подтягиваем. Дальше мы набираем 1 бисеринку оранжевую и 2 бисеринки песочных.
Проходим иголочкой через вот эту песочную бисеринку. Вот так вот. Дальше набираем 3 бисеринки желтых и 2 бисеринки песочных. Проходим иголочкой через вот эту последнюю песочную бисеринку. Подтягиваем. Далее набираем 3 бисеринки оранжевых. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую. Подтягиваем. Дальше набираем 1 бисеринку песочную и 2 бисеринки желтых. Проходим иголочкой через вот эту первую желтую бисеринку. Подтягиваем. Дальше набираем 1 бисеринку желтую и 2 бисеринки оранжевых. Проходим иголочкой вот в эту оранжевую среднюю бисеринку. Набираем 2 бисеринки оранжевых и 1 бисеринку желтую. Проходим иголочкой в желтую бисеринку вот эту. Дальше набираем 2 бисеринки желтых и 1 бисеринку песочную. Проходим иголочкой в среднюю оранжевую. Подтягиваем. Далее набираем 3 бисеринки оранжевого цвета. Проходим иголочкой через песочную бисеринку. Вот эту. Подтягиваем. Далее набираем 2 бисеринки песочных, 1 бисеринку желтенькую. Проходим иголочкой в уголковую бисеринку. После чего еще раз, абсолютно так же, как мы делали уже вот этот вот раз, возвращаемся через желтенькую, вот эту первую. Вот. Дальше набираем 2 бисеринки желтеньких. Подтягиваем их к работе. Первую пропускаем. Через вторую желтую и первую песочную проходим иголочкой. После чего набираем 2 бисеринки песочных и 1 оранжевую. Проходим иголочкой через вот эту оранжевую бисеринку среднюю. Подтягиваем. Набираем 1 бисеринку оранжевую. Точнее, не оранжевую, а 1 бисеринку песочную и 2 бисеринки желтых. Проходим иголочкой через вот эту желтенькую бисеринку первую. Дальше набираем 1 бисеринку желтенькую и 2 оранжевых. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую, точнее первую оранжевую бисеринку. Дальше набираем 3 бисеринки песочных. 1, 2, 3. Вот они, и проходим иголочкой через вот эту оранжевую бисеринку. Подтягиваем. Набираем 2 оранжевых и 1 бисеринку желтую. Проходим иголочкой в желтую бисеринку. Вот. Подтягиваем. Далее набираем 2 бисеринки желтых и 1 бисеринку песочную. Проходим иголочкой в среднюю оранжевую. После чего набираем 1 оранжевую и 2 бисеринки песочных. Проходим иголочкой через вот эту вот последнюю песочную бисеринку. Подтягиваем. После чего набираем 3 бисеринки желтеньких и 2 бисеринки песочных. Проходим иголочкой через вот эту песочную бисеринку. Вот так. После чего набираем 1 песочную и 2 желтых. Проходим иголочкой через желтую бисеринку, вот эту первую. Подтягиваем. Набираем 1 бисеринку желтую и 2 бисеринки оранжевых. Проходим иголочкой через первую оранжевую. После чего набираем 1 бисеринку оранжевую и 2 бисеринки песочных. Проходим иголочкой через среднюю песочную бисеринку. Подтягиваем. Далее набираем 2 песочных, 1 оранжевую.
Проходим иголочкой через оранжевую бисеринку. Далее набираем 2 бисеринки оранжевых, 1 бисеринку желтую. Проходим иголочкой через желтую бисеринку. После чего набираем 2 бисеринки желтых, 1 бисеринку песочную. Проходим иголочкой через песочную бисеринку, вот эту. Видите? Вот. Дальше мы с вами набираем 2 бисеринки песочных и 1 бисеринку желтую. Проходим иголочкой через уголковую желтую бисеринку. Дальше, друзья, возвращаемся через первую желтую. Вот так. И теперь набираем 4 бисеринки желтого цвета. 1, 2, 3, 4. Вот они. Подтягиваем их к работе. Проходим иголочкой, первую пропускаем. Через 3 желтых и 1 песочную мы с вами проходим иголочкой. Подтягиваем. Дальше набираем 1 песочную и 2 желтых. Проходим иголочкой через вот эту желтую бисеринку. Далее набираем 1 бисеринку желтую и 2 бисеринки оранжевых. Проходим иголочкой через первую оранжевую. После чего набираем 3 бисеринки оранжевого цвета. Проходим иголочкой в песочную. Вот так. Набираем 3 песочных. 1, 2, 3. Вот. Проходим иголочкой в последнюю песочную. После этого набираем 3 оранжевых. 1, 2, 3. Проходим иголочкой в последнюю оранжевую. Дальше, друзья, мы набираем 2 оранжевых и 1 желтую. Проходим иголочкой вот в эту вот желтенькую бисеринку. Подтягиваем. Далее мы с вами набираем 2 желтых и 1 песочную. Проходим иголочкой в последнюю песочную. И теперь, друзья, очень внимательно, потому что мы набираем 4 бисеринки желтого цвета. Подтягиваем. Первую пропускаем. Через 2 следующих проходим иголочкой. Вот так вот. Дальше набираем 3 бисеринки желтых и проходим. Точнее, не 3, извините, а 2 бисеринки желтых и проходим иголочкой через вот эту вот первую желтую бисеринку. Подтягиваем. Дальше мы набираем 1 желтую и 2 бисеринки оранжевых. Проходим иголочкой через вот эту первую оранжевую бисеринку. Подтягиваем. Дальше, друзья, мы набираем 3 оранжевых бисеринки. Проходим иголочкой через оранжевую среднюю с набора по 3. Далее набираем 1 оранжевую и 2 песочных. Проходим иголочкой через среднюю песочную. Далее набираем 2 бисеринки песочных и 1 оранжевую. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую бисеринку. Набираем 3 бисеринки оранжевых. Проходим иголочкой через среднюю, точнее первую, вот эту оранжевую. Дальше набираем 2 бисеринки оранжевых, 1 бисеринку желтую. Проходим иголочкой через последнюю желтую. После чего набираем 3 бисеринки желтых. Пропускаем первую бисеринку желтую на вот этом вот нашем уголочке. Первую пропускаем. Через вторую, видите, вот она, прошли иголочкой и возвращаемся через вот эти вот бисеринки до вот этой вот желтенькой. Видите, той, что возле оранжевой, вот она, вышли мы к ней. Дальше мы набираем 2 бисеринки желтых, подтягиваем их.
Вот, пропускаем первую, через вторую желтую и первую оранжевую проходим иголочкой. Вот так. Дальше набираем 3 оранжевых бисеринки. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую. Вот так. Дальше набираем снова 3 оранжевых. Проходим иголочкой через первую песочную. После чего набираем 3 песочных. Проходим иголочкой через последнюю песочную. Далее набираем 3 бисеринки оранжевых. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую. Опять набираем 3 бисеринки оранжевых. Проходим иголочкой через последнюю оранжевую. После чего набираем 3 желтых бисеринки. Раз, два, три. И 2 оранжевых. И проходим иголочкой. Смотрите, вот 3 желтых, 2 оранжевых. Проходим иголочкой через вот эту среднюю оранжевую бисеринку. Дальше набираем 3 бисеринки оранжевых. Проходим иголочкой через вот эту среднюю оранжевую бисеринку. Дальше, друзья, набираем 1 бисеринку оранжевую и 2 бисеринки песочные. Проходим иголочкой через среднюю песочную бисеринку. Дальше набираем 2 бисеринки песочных и 1 бисеринку оранжевую. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую. Далее набираем 3 бисеринки оранжевых. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую. После чего мы с вами набираем 2 бисеринки оранжевых и 1 желтую. И проходим иголочкой вот в эту вот уголковую бисеринку. Подтягиваем. Возвращаемся обратно через вот эту одну желтую бисеринку. Подтягиваем. Дальше набираем 2 бисеринки желтого цвета. Подтягиваем их к работе. Первую пропускаем. Через вторую желтую и первую оранжевую возвращаемся вниз. Далее набираем 3 бисеринки оранжевых. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую. Дальше набираем 1 бисеринку оранжевую и 2 бисеринки песочных. Проходим иголочкой через первую песочную. Дальше будьте внимательны. Набираем 1 бисеринку желтую, 1 бисеринку темно-зеленую и 1 бисеринку желтую. Проходим иголочкой через вот эту среднюю, точнее последнюю песочную бисеринку. После чего набираем 2 бисеринки песочных, 1 оранжевую. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую. Далее набираем 3 бисеринки оранжевых. Проходим иголочкой через последнюю оранжевую. Вот она. После чего набираем 3 бисеринки желтых и 2 оранжевых. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую. Вот так. Дальше, друзья, набираем 1 оранжевую и 2 бисеринки песочных. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую, точнее первую песочную бисеринку. Вот так вот. Далее набираем 1 желтую и 2 темно-зеленых. Проходим иголочкой через зеленую бисеринку. Подтягиваем. Набираем 2 бисеринки зеленых и 1 бисеринку желтую. Проходим иголочкой через вот эту вот песочную бисеринку. Подтягиваем. Набираем 2 бисеринки песочных и 1 оранжевую. Проходим иголочкой через среднюю оранжевую. Подтягиваем. Дальше набираем
две бисеринки оранжевых, одну бисеринку желтую. Проходим иголочкой через уголковую бисеринку. Подтягиваем. Возвращаемся, как обычно, через первую желтую, после чего набираем 4 бисеринки желтых. Раз, два, три, четыре. Набрали. Подтягиваем их к работе. Первую пропускаем, через 3 следующих и первую оранжевую проходим иголочкой. Подтягиваем. Дальше набираем одну бисеринку оранжевую и 2 бисеринки песочных. Проходим иголочкой через первую песочную. Дальше, друзья, набираем одну бисеринку желтую и 2 бисеринки черных. Проходим иголочкой через первую зеленую бисеринку. После чего набираем 3 бисеринки зеленых. Проходим иголочкой через последнюю зеленую. Далее набираем 2 бисеринки зеленых, точнее 2 бисеринки черных и 1 бисеринку желтую. И проходим иголочкой через вот эту песочную бисеринку. Подтягиваем. Далее набираем 2 бисеринки песочных и 1 оранжевую. Проходим иголочкой через последнюю оранжевую. Подтягиваем. Далее набираем 4 бисеринки желтых. Подтягиваем их к работе. Первую пропускаем, через 2 следующих проходим иголочкой. Вот так вот. После чего набираем 3 бисеринки желтых, проходим иголочкой через среднюю, вот эту первую песочную. Вот так. Дальше, друзья, набираем снова 3 бисеринки желтых. Проходим иголочкой через черную бисеринку. Подтягиваем. Дальше набираем 1 бисеринку черную и 2 бисеринки темно-зеленых. Проходим иголочкой через темно-зеленую бисеринку. Опять набираем 2 бисеринки темно-зеленых и 1 черную. Проходим иголочкой через черную бисеринку. Дальше набираем 3 бисеринки желтых. Проходим иголочкой через песочную бисеринку. После этого снова набираем 3 желтых. Проходим иголочкой через вторую бисеринку с этого вот нашего набора по 4. Прошли. Теперь, друзья, возвращаемся через все 3 желтых бисеринки, также через песочную, также через следующих 3 желтых, также через 2 черных. Раз. Два. Подтягиваем. Дальше, друзья, набираем 2 черных бисеринки. Подтягиваем. Первую пропускаем, через вторую черную и первую зеленую проходим иголочкой. После чего набираем 3 зеленых бисеринки темных. Проходим иголочкой через последнюю темную, зеленую. Дальше набираем 3 бисеринки черных и 1 бисеринку зеленую. Возвращаемся обратно через 2 зеленых первую, через 2 черных первую зеленую мы пропускаем. После этого мы набираем 1 черную и 2 бисеринки зеленых. Проходим иголочкой через среднюю зеленую. Далее набираем 2 бисеринки зеленых, 1 черную. Проходим иголочкой через уголковую черную бисеринку. После чего набираем 1 бисеринку черную и 3 бисеринки темно-зеленых. Подтягиваем. Первую зеленую пропускаем, через 2 следующих возвращаемся обратно. После чего набираем 2 бисеринки зеленых, 1 черную. Проходим иголочкой через первую зеленую.
Дальше набираем 3 бисеринки зеленых. Проходим иголочкой через последнюю зеленую. Набираем 1 бисеринку черную и 2 зеленых. Проходим иголочкой через уголковую зеленую бисеринку. Подтягиваем. Дальше набираем 4 бисеринки темно-зеленых. Подтягиваем. Пропускаем первую, через 2 следующих возвращаемся вниз. Набираем 3 бисеринки болотных. Проходим иголочкой через вот эту зеленую бисеринку, последнюю. Дальше набираем 3 темно-зеленых. Проходим иголочкой через среднюю темно-зеленую. После чего снова набираем 3 темно-зеленых. Проходим иголочкой через вот эту темно-зеленую. Дальше набираем 3 болотных. Видите? И проходим иголочкой вот в эту уголковую бисеринку. Смотрите, друзья, то, что мы сейчас с вами делаем, это повтор. Повтор уже начиная вот отсюда, с вот этих вот 3 бисеринок. Да? И дальше мы все делаем так же самое, как мы делали вот тут. Так что, если вы не запомнили, как оно делается, вот этот вот, вот эта бабочка, значит, вы можете пересмотреть первую часть нашего мастер-класса, и вам будет абсолютно все понятно. Повтор идет, еще раз повторяю, с первого вот этого вот болотного ряда. Вот. Так что продолжайте дальше работу самостоятельно. Вот этих элементов у нас должно быть 3. Дальше поясочек. И цветочек мы будем делать вместе с вами в следующей части нашего видео.